за их домом, да, за домом мужа. Что будет нам? Вопрос был. Что будет нам? И он сказал, если женщина это действительно делает, то с правильным именно, да, с правильным настроем, с правильным ниятом, то тогда ей будет такая же награда, как и мужу, который вышел на джихад. Представляете себе? Но для этого женщина должна понимать, для чего она убирается, для чего она готовит. Если она это делает из стремления к довольству Создателя, то тогда для нее это будет большая награда. Если же она делает это по другой причине, ее это сильно будет изматывать. Очень сильно будет изматывать. Хорошо. Роза ответила, что сломан телефон. Thank you.